О том, что в местных колониях по разнарядке из главка содержится два законника, сообщил начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Псковской области Юрий Лымы. В ходе пресс-конференции 24 января начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Псковской области Юрий Лымы сообщил присутствующим, что в колониях области содержится два вора в законе. Начальник УФСИН пояснил, что особо опасные криминальные авторитеты попали в псковские колонии по разнарядке из главка. Осужденные изолированы от обычных заключенных, и они находятся под особым наблюдением. Помимо этого, Лымарь добавил, что с одним из воров в законе уже успел произойти инцидент. Осужденный предложил одному из сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний за взятку доставить ему в камеру наркотические средства. Наркотики были доставлены, однако к этому времени ситуация уже была взята на контроль. При получении товара факт взятки был зафиксирован, и на заключенного завели еще два уголовных дела по статьям о даче взятки должностному лицу и наркотиках. Также Лымарь рассказал, что в исправительной колонии номер 6 в Псковской области отбывают свое наказание граждане из азиатских республик. Для того, чтобы в местах лишения свободы не создались этнические группировки и как следствие радикальные настроения, концентрация таких заключенных тщательно регулируется.